Приветствую всех на своем канале. Как и обещала, очень быстро, тоже может минутка-две-полторы видео о том, как наработать клиентскую базу, как вообще разработать ваш канал на YouTube, чтобы вообще вас смотрели, что это не было скучно. Очень много смотрю информации. Сейчас вот то, что по ошибкам скажу. Вообще не дают информацию о себе, то есть говорят одно и то же. Возьмут, допустим, вот эти же метафорические ассоциативные карты, просто разные, а практики одни и те же. Люди вас смотреть не будут. То есть база есть, но вы наберете там какие-то свои 300-400 подписчиков. Что такое за тень? Куда она падает? В общем, падает откуда-то и все, не знаю. Дальше. Надо, пусть лучше у вас будет мало материалов. Вот я даже с одними картами могу вам показать до, ну, до 20 практик точно. Понимаете? Дальше. Ну, вас, в общем, будут только смотреть такие постоянные скучные люди. Дальше. Вы должны немножко давать информацию о себе и своей жизни. Если вы, допустим, примеры какие-то тоже из своей жизни приводить. Если вы, допустим, не хотите, обязательно вообще примеры приводить. Вот, допустим, разбор прямо вот, может показать прямо сессию, как вы проводили частичку согласия клиента. Может быть, допустим, рассказать, ну вот я вот как с детьми работала, могу рассказать, да, это моя семья, они против не будут, я у них спросила предварительно. Дальше, вы должны в видео даже давать что-то, вот знаете, я иногда, ой, там у меня что-то тут вот это, ну в общем, понимаете, какие-то вот какие-то шуточки, прикольчики, что-то вот, то есть, понимаешь, чтобы люди видели, что перед ними не робот сидит, а живой человек, который с юмором и пообщаться может. Конечно, может человек быть таким интровертом, но можно, допустим, сделать так, у вас как будто бы берут интервью. В общем, вы должны быть интересны, видео у вас должны быть разные, разнообразные, не об одном и том же, я еще раз говорю, с одним и тем же инструментом лучше показывайте как можно больше нового и разного, потому что вот одно и то же каждый день, да, люди на вас подпишутся, но новые приходить не будут. В основном, в общем, может даже будут отписываться от того, что уже будет неинтересно. Дальше попробуйте еще какой-то контент немножечко тут добавлять. Еще вот самое главное, что я хочу сказать, почему я выставляю иногда себя, вот, допустим, там покраски, вот как я волосы там чем крашу, там что-то вот какое-то. Еще у меня там несколько бизнесов параллельно. Потому что, понимаете, вот кто-то, допустим, может зайти, как я вот, допустим, что-то мне другое было интересно, и тут я заинтересовалась еще совершенно другим. То есть люди могут через поисковик, через вот это на Ютубе, вот меня, допустим, посмотреть просто пора. Может, даже где-то макияж, может, просто красивые картинки. Они у меня тоже очень популярны. Может быть, там покраска волос, что-то там. Люди, посмотрев это, им основное мое нравится, потому что многие даже этого названия могут не вести. Вот, допустим, метафорические ассоциативные карты, арт-терапия. Многомерный психолог, да, психотерапевт, психолог вообще просто, может, вообще не этим не интересуется. В общем, вы должны быть многомерными.